Опробовать щедрое меню InStyle Bar в ЦУМ приехало рекордное количество гостей. Дождаться своей очереди и попасть на процедуры, будь то укладка, маникюр или макияж, было ох как непросто. Лист ожидания был похож на список желающих прикупить сумку от Louis Vuitton. Бесконечный. Потеряв надежду попасть к стойке с бьюти-новинками, я отправился расспрашивать прекрасных дам, какие средства помогают им оставаться красивыми. Дизайнер Белла Потемкина женщин покоряет своими нарядами в стиле дореволюционного гламура, а мужчин соблазняет по старинке с помощью красной помады. Чтобы не было с девушкой, если она накрасит губы красной классической помадой, такой в стиле Шанель, я думаю, что она преобразится сразу. Слушай, а в детстве многие девочки, когда первый раз пытаются накрасить губы, они едят помаду. У тебя такого не было? Ну, возможно, да, возможно, было. Но сейчас дочку подкармливаю.